вечер, уважаемые телезрители! Сегодня среда, 8 часов вечера, и как всегда в это время вы смотрите информационную телепрограмму «Новости района». В студии работает Натуся Кучмезова. Вчера в Доме культуры села Натырбово состоялся очередной сход граждан. Активное участие в диалоге с населением приняли глава района, руководители различных ведомств, представители полиции и прокуратуры. Подробнее об этом в нашем первом сюжете. Во вторник, 29 октября, состоялся очередной сход граждан, на этот раз в Натырбовском сельском поселении. Цель таких встреч – обсуждение итогов социально-экономического развития района и сельского поселения за 2019 год, решение проблемных вопросов и постановка основных задач на будущий год. Также эти встречи дают возможность получить объективную картину тех проблем, которые актуальны для жителей конкретных территорий. С докладом о деятельности администрации за 2019 год перед жителями выступила глава Натырбовского поселения. Наталья Косицына остановилась на основных показателях развития сельского поселения и проблемных моментах. При финансовой поддержке муниципального образования Кашкарлинского района Натырбовской средней школе номер 8 в здании маленькой школы были заменены старые окна на пластиковые на общую сумму 258 рублей. Также в летний период был сделан текущий ремонт здания. В общеобразовательной школе хутора Казино-Кожевского проведены следующие работы. Сделан навес центрального входа, реконструирован пандус и ступени крыльца. Сумма затрат составила 141 тысячу рублей. Полностью проведен косметический ремонт здания. В дошкольных образовательных учреждениях также был проделан ремонт. В детском центре села Натырбово были приобретены электрическая печь, линолеум в коридор, заменены вытяжные трубы, сделано заземление коллекторным прибором. На это была потрачена общая сумма в размере 184 тысячи рублей. За счет республиканского бюджета был приобретен игровой материал на сумму 50 тысяч рублей. В детском саду хутора Казино-Кожевского был сделан текущий ремонт, проведена замена электрооборудования, за счет спонсорской помощи в пищеблоке был заменен кафель, приобретен духовый шкаф и холодильник, заменены раковины. В Доме культуры села Натырбово заменены котел, два насоса, краны, установлен дымоход, приобретена и установлена сигнализация водозаборности. На все эти мероприятия было потрачено 153 тысячи рублей. На сегодняшний день отопление в Доме культуры включено. Участие в программах. В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году запланирован капитальный ремонт здания сельского дома культуры в хуторе Казино-Кожевском на общую сумму 10 247 000 рублей. На изготовление проектно-сметной документации было потрачено 221 000 рублей, проведена государственная экспертиза, начата подготовка документации по проведению электронного аукциона для определения подрядчика. Надеемся, что данная работа по данному объекту начнутся весной следующего года. Администрация также принимала участие в федеральной программе устойчивого развития сельских территорий по реконструкции подъездной дороги в хуторе Казино-Кожевском от автомобильной дороги регионального значения до врачебной амбулатории ФАБ на общую сумму 11 903 000 рублей. Протяженность данной дороги 321 метр. Данный проект включает в себя асфальтно-бетонное покрытие, электроосвещение согласно нормативам, тротуар с обеих сторон борта дороги. На сегодняшний день изготовлена проектно-сметная документация. Данный объект готовится к проведению аукциона. Благоустройство. Особое внимание администрация поселения обращает на состояние дорог местного значения. Весной 2019 года был проведен ремонт и отсыпка гравийного покрытия по улице Советская, 1 километр. Исправление профиля и отсыпки по улице Комсомольская, 400 метров, по улице Октябрьская, 1 километр и по улице Красноармейская, 600 метров. Неоднократно в администрацию села поступали просьбы о строительстве новой подъездной дороги к кладбищу села Натырбово. Данная гравийная дорога на протяженностью 350 метров была построена этой весной. В текущем году проводилась очистка, побелка по мусорной растительности и лесополос вдоль дорог регионального значения. Помощь данной работе была оказана всеми учреждениями, находящимися на территории сельского поселения и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В мае месяце была приобретена роторная навесная косилка. В поселении периодически проводят электромонтажные работы, установка приборов и замена ламп уличного освещения. В текущем году заменено более 90 ламп. В течение всего года администрация совместно с работниками Дома культуры проводила различные культурные мероприятия. Санитарное состояние – одно из самых больных и сложных вопросов, я считаю, что, наверное, в каждом поселении. Проблема заключается не только в финансовом вопросе, но и в человеческом факторе. Казалось бы, что может быть проще? Мы все жители одного села. Любим и хотим, чтобы наше село было лучше, чище. Но, к сожалению, у каждого свои подходы к решению этого вопроса.
Начиная с ранней весны в администрации сельского поселения организованы и проводятся субботники, акции «Чистые четверги». Также была проделана большая работа по наведению порядка на территории кладбища села Натырбово. Ни для кого не секрет, что куча мусора в центре кладбища накапливались десятками лет. Они были убраны этой весной. Работа осложнялась тем, что транспорт для уборки этих куч проехать к ним не мог. Все приходилось делать вручную. Убрано более 20 куч мусора. Это составило 8 КАМАЗов. Все они были вывезены на полигон города Майкопа. На расчищенном месте были установлены трафареты, запрещающие выброс мусора. В дальнейшем с экоцентром был заключен договор на вывоз мусора с кладбища и установлены 4 контейнера. Пользуясь сегодняшней возможностью, я хочу поблагодарить жителей села Натырбово и убедительно попросить их выносить мусор в места, определенные для сбора, и не засорять вычищенные места снова, тем самым нарушая не только санитарный порядок, но и оскверняя память умерших родственников. На это администрация будет реагировать строго, вплоть до вынесения административных штрафов. Начиная с ранней весны текущего года, сельское поселение приняло участие в конкурсе «Гражданское бюджетирование» по проекту «Аллея памяти», проводимой Министерством экономики Республики Адыгея. Была проведена большая работа среди жителей села. Активное участие приняли учащиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений села. Для этого был объявлен конкурс на лучший эскиз, подарок и рисунок. Победители данного конкурса представляли наш проект «Аллея памяти в республике». Параллельно велась социально-просветительская работа и в соцсетях. Конкурс по гражданской инициативе наше поселение выиграло, проект оказался одним из лучших. Общая сметная стоимость данного проекта составляет 1 380 000 рублей, из которых обязательным является финансовое участие жителей села в данном проекте. Администрация обратилась к жителям села, и люди откликнулись на нашу просьбу. На сегодняшний день сумма собранных жителями средств составляет 246 тысяч рублей, за что администрация сельского поселения благодарит каждого, всех и каждого, кто принял участие в данном проекте и внес свой вклад в строительство памятного для всех нас места. Окончание благоустройства аллеи памяти планируется завершить до середины ноября текущего года. В докладе главы были отражены перспективы развития поселения. Планы на 2020 год. Проведение мероприятий и согласование с государственным бюджетным учреждением Адыгея Тодор, строительство тротуара вдоль дороги регионального значения населенных пунктов села Натырбово по улице Красной и хутора Кондружевского по улице Ленина. Вступление в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий и проведение капитального ремонта дома культуры села Натырбово. Проведение капитального ремонта здания дома культуры хутора Кондружевского. Реконструкция этой дороги хутор Кондружевский от школы до ФАП и разработка проектно-сметной документации для последующего вступления в программу по благоустройству парковой зоны села Натырбово. Участковый уполномоченный полиции Роман Берников доложил о криминогенной обстановке и о проводимых профилактических мероприятиях на территории сельского поселения. С начала 2019 года на обслуживаемом мной участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Трибовского сельского поселения совершено 36 преступлений, из которых не раскрыто остаются 6. Мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, и привлечение к ответственности лиц и к совершению проводится до настоящего времени. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуженной мной территории остается категорией имущественных. С учетом складывающейся оперативной обстановки на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подотчетным контингентом, который на обслуженном участке проживает ранее судимых 24 человека. Условно осужденных 19 человек, стоящих под административным надзором МОМВД России Кашехабльских трое, стоящих на учете у ППД МОМВД России Кашехабльских несовершеннолетних составляет 2 человек. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживаемом административном участке проводятся следующие мероприятия. Операция «Арсенал», в ходе которого проверялись лица, имеющие личное пользование гражданское огнестрельное оружие, условия его хранения которых является 61 человек. Проверено также 61 человек. В ходе проведенной проверки выявлено 7 фактов нарушения условий хранения гражданского оружия, за что их владельцев был оставлен административный протокол. Также была проведена операция «Рецидив», в ходе которой проверялись лица, стоящие на профилактических учетах, лица ранее судимых, осужденных к наказанию, не связанных с лишением свободы, наркоманов, с которыми постоянно ведется профилактическая работа. На сходе также выступил священнослужитель Натырбовского храма отец Андрей. Хочется попользоваться случаем, поблагодарить вас за ту помощь,
и финансовую, и моральную, и духовную, которую все мы с вами оказывали нашему храму на протяжении столько лет. Сегодня вы видите красивое здание, сияющие купола, звон по православным праздникам, где всех призывают на молитву, на то, чтобы вы молились за своих сродников, чтобы каждый из вас мог получить ту каплю тепла и доброты, чтобы все мы с вами смогли поучаствовать в праздничных службах. И очень красивый получился храм. Все мы с вами долго и на протяжении уже многих лет возводим его, строим. И на сегодняшний момент мы дошли уже до той точки, когда мы вышли с храма и начали благоустраивать территорию храма. На территории храма в 2018 году было очищено все, и была подарена храму плитка 450 квадратов, которая должна хватить, чтобы заложить весь двор вокруг храма, чтобы мы с вами смогли светлые праздники спокойно пройти по территории, обойти храм. Но сегодня мы сталкиваемся с той ситуацией, которая мы своими силами не можем справиться с этой ситуацией, которая пришла, что нашли мастеров уже, начали завозить отсев. Тоже благодарность особая тем людям, которые также неравнодушно подошли к этому делу. И я надеюсь, что на этой неделе начнем уже укладку. Так что хотелось бы попросить всех вас, чтобы еще раз, вновь и вновь, внесли свой посильный вклад в благое развитие нашего храма. Но со своей стороны, конечно, церковь всегда молилась за благоукрасителей, жертвователей и попечителей храма сегодня, и будет возносить молитвы Богу, чтобы в семьях ваших продолжалось мир и благополучие, и также, чтобы не оскудело рука дающего. Спасибо вас. Подытожил мероприятие глава районной администрации. Заур Хамирзов коротко рассказал о том, какие изменения произошли в сельском поселении в текущем году, ознакомил с планами на следующий год. Хотел бы сосредоточиться на тех проблемах, которые сейчас в данный момент нужно решать по Новотербовскому сельскому поселению. Хотел бы начать с казенок Ужовского. В следующем году проект наш уже утвержден по линии Министерства культуры Российской Федерации. Где-то весной начнем работы по капитальному ремонту Дома культуры. И в конце следующего года эти работы будут завершены суммой 10 миллионов рублей. Что касается ремонта ДК Тербовского сельского поселения, Заур Хамирзов отметил, что на сегодняшний день объект запроектирован и прошел государственную экспертизу. И в последующем примет участие в государственной программе «Социальное развитие села». До 1 февраля следующего года мы документы подадим, тем более они все у нас готовы. Дальше мы в следующем году планируем капитальный ремонт спортзала на Тырбовской средней школе. Где-то порядка 2 300 000 рублей. И в дальнейшем мы планируем там сделать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт всей школы, тоже по линии Министерства сельского хозяйства. Школа большая, я считаю, перспективная. Глава муниципалитета выразил благодарность жителям поселения за активное участие в программе «Инициативное бюджетирование». Напомним, что в рамках данной программы на Тербовском поселении идет строительство аллеи памяти. Программа по бюджетной инициативе, в которой на Тырбово принимает самое активное участие, хотел бы поблагодарить всех, начиная с фермеров, с простых людей, которые участвуют в этой программе, заканчивая администрация сельского поселения во главе с Натальей Владимировной. Это замечательная программа, вот вы видите сами, вы очень можете убедиться, что делается, и хотел бы обратиться к вам, не останавливаться на этом.
В завершении своего выступления Заур Хамирзов подчеркнул, что будущее поселения за активным участием в госпрограммах поддержки агробизнеса, сельскохозяйственных кооперативов, проектов благоустройства. Только все вместе мы сможем эффективно решить стоящие перед нами задачи и достигнуть поставленных целей, отметил глава района. На прошлой неделе в администрации района прошло совещание, главной темой которого стало субсидирование ипотечных кредитов семьям, имеющим детей. Участие в совещании приняли жители поселений района, молодые и многодетные семьи. По инициативе филиала номер 4 по Кашхабрскому району, Центр труда и социальной защиты населения, в зале администрации района состоялось совещание, главной темой которого стало субсидирование ипотечных кредитов семьям, имеющим детей. В работе совещания приняли участие председатель Совета народных депутатов Кашхабрского района Александр Брянцев, директор филиала номер 4 Кашхабрского центра труда и социальной защиты населения Рамазан Агиржаноков, начальник управления пенсионного фонда Аслан Ашев, директор КЦСОН Сальман Малахов, директор Кашхабрского филиала МФЦ Марет Худ. Также были приглашены жители поселений района, молодые и многодетные семьи. Поприветствовав присутствующих, Рамазан Агиржаноков подробно остановился на вопросе возможности получения ипотечного кредита по ставке 6% годовых. По итогам заседания Координационного совета при президенте Российской Федерации по реализации национальной стратегии действий в интересах детей для 2012-2017 года, 28 ноября 2017 года, принято решение о разработке необходимых нормативных правовых актов, направленных на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставкой по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «Дом.РФ». На приобретение жилых помещений, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов до уровня 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребенка, рожденного с 1 января 2018 года по 31 января 2022 года, определив, что субсидирование будет осуществляться только при условии приобретения жилья на первичном рынке и сроки такого субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составляет 3 года для детей, родившихся третий до 5 лет. Правительство Российской Федерации утверждено постановление от 30 декабря 2017 года за номером 1711 об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям, акционерному обществу, акционерное общество «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам, предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей. Также в целях совершенствования отдельных условий программы субсидирования принято постановление правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 года за номером 339 о внесении изменений и правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям акционерное общество «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам. На мероприятии присутствовали представители Россельхозбанка и Сбербанка. Представитель Россельхозбанка Марина Избашева разъяснила основные положения программы субсидирования. Россельхозбанк презентует самые низкие процентные ставки. Если мы сейчас говорим о так называемой детской ипотеке, 6%, то на сегодняшний день у нас действует акционная процентная ставка 4,7%. Значит, нюанс, который вы должны учитывать, или люди, которые хотят воспользоваться этой льготой, должны учитывать то, что приобретение жилья должно быть первичное жилье. В этом случае 4,7%. Пожалуйста, вот этот момент учитывайте, если идет приобретение жилья от застройщика, имеющего аккредитацию банка. И на рождение второго и третьего ребенка раньше были ограниченные сроки кредитования. На рождение второго ребенка 3 года, на рождение третьего 5 лет. Сейчас вот вступил закон в силу о том, что на весь срок кредитования используется вот эта процентная ставка 4,7. То есть если вы успеваете под акционную
процентную ставку, у вас есть возможность на протяжении всего срока кредитования вот, пользоваться вот этой процентной ставкой. Для тех, у кого вторичка, тоже презентабельные процентные ставки, они на сегодняшний день у нас тоже в пределах 1% уменьшаются, было 9,3, будет еще меньше, так что можно обращаться и по этому случаю тоже. Дальше. Для поддержки многодетных семей заработал закон, о котором тоже говорилось, 25 сентября этого года, что при рождении третьего и последующих детей до 450 тысяч уменьшается существующий долг, ну или же можно оформить ипотеку, а потом уже, если уже есть рождение третьего ребенка, но нету ипотеки, то можно ее оформить, а потом уже обращаться по РЖК для того, чтобы эту процент, то есть эту сумму вернули в погашение, в уплату долга. Пакет документов нам обозначили, довели. Всячески мы способствуем, двое из имеющихся уже ипотек, две семьи обратились. Наши сотрудники, мы всячески способствуем тому, чтобы люди получили эту возможность и помогаем и при оформлении документов, и передаче. Далее о мерах социальной поддержки семьям с детьми, оказываемые Пенсионным фондом, рассказала специалист по материнскому капиталу Управления Пенсионного фонда в Кашхабльском районе Нафиса Итлишева. Программа государственной поддержки семей действует с 2007 года. Эта поддержка оказывается при рождении или усыновлении второго, третьего или последующих детей, имеющих гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Средства материнского капитала могут быть потрачены на следующие цели. На улучшение жилищных условий, на получение образования ребенка, формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также можно потратить средства материнского капитала на получение ежемесячные выплаты. В нашем регионе размер выплаты составляет 9104 рубля. 28 декабря 2007 года вышел федеральный закон номер 418 ПЗ о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей, который действует с 1 января 2018 года. Пенсионный фонд России принимает заявление от нуждающихся семей на получение выплаты и средств материнского капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в пенсионный фонд и подавать заявление. При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации. Подать заявление на получение государственного сертификата на материнский семейный капитал, на распоряжение его средствами, на установление единовременной выплаты можно через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России, через клиентскую службу управления Пенсионного фонда России в Кашхабльском районе Республики Адыгея и через филиал номер 7 многофункционального центра аула Кашхаб. Заместитель директора филиала номер 4 Центра труда и социальной защиты населения Анжела Карданова, в свою очередь, проинформировала присутствующих о мерах социальной поддержки семей с детьми, оказываемые через органы социальной защиты населения. В рамках реализации национального проекта «Демография» с 1 января 2018 года введен новый вид социальной выплаты – единовременная выплата при рождении первого ребенка. Тут вот специалисты Пенсионного фонда как бы уже в основном все вопросы отразили, но они выплачивают на второго ребенка из средств материнского капитала. Орган социальной защиты выплачивает из средств федерального бюджета при рождении первого ребенка. Основными условиями этой выплаты является гражданство России, чтобы ребенок и мам, и родители были гражданами России, и доход не превышал полтора прожиточных минимума, установленного в Республике Адыгея. Вот в 2019 году размер выплаты составляет 9104 рубля, но доход учитывается в размере
То есть средний душевой доход семьи не должен превышать 14 344 рубля. По достижении ребенка годика человек должен опять обратиться в орган социальной защиты, предоставить пакет документов, и выплата будет продлена еще на полгода. С 1 января 2020 года внесено изменение в действующий закон. Теперь выплата будет выплачиваться до 3 лет. То есть до достижения ребенка возраста 3 лет. При первичном обращении назначается на год, потом годик ребенку исполняется еще раз, человек обращается и устанавливается уже до 3 лет. Но здесь очень хорошее изменение внесено. Если первоначально мы учитывали доход 1,5 прожиточный, то с 1 января будет учитываться 2 прожиточных. То есть на одного человека в семье доход должен быть 20 тысяч. Второй, тоже немаловажный такой закон, тоже в рамках реализации нацпроекта «Демография», это единовременная выплата многодетной семье при рождении ребенка, рожденного после 1 января 2012 года, но если ранее, конечно, семья не воспользовалась. Это сумма в размере 50 тысяч рублей. Изначально, когда только закон ввели, человек должен был обратиться до исполнения ребенку 6 месяцев, и сумма выплачивалась. То есть деньги переводились на счет заявителя налично. Но с 2016 года были внесены изменения. Теперь ребенку исполняется годик, и вот в течение, после исполнения ребенку года, в течение 6 месяцев, гражданин должен обратиться в орган соцзащиты, там пакет документов минимальный, свидетельство о рождении ребенка, мама, паспорт кого-то из родителей, свидетельство о рождении детей. И деньги тоже перечисляются. Задержек у нас никогда не бывает. Вообще по всем выплатам у нас своевременно выплаты происходят. И точно так же 50 тысяч мы в месяц обращения выплачиваем. В завершении все желающие могли задать интересующие их вопросы тому или иному специалисту. Кульминацией мероприятия стал показ видеоролика на тему «Волонтеры Золотого века». Ежегодно в последнюю пятницу октября в республике отмечают праздник – День ветеранов Адыгеи. В связи с этим наша съемочная группа встретилась с председателем Совета ветеранов Кашхабского района Ахмедом Худ. Ахмед Даутович, как давно вы работаете председателем Совета ветеранов? Я стал председателем Совета ветеранов в 1985 году, 31 июля. В чем заключается основная задача этой организации? Это уставная общественная организация, единая централизованная по России. Центральный совет есть, есть региональные советы ветеранов. В это объединение общественной организации Российской Федерации входят ветераны, пенсионеры всех отраслей народного хозяйства России. В нашу организацию входят, как сельский район, все пенсионеры труда, заслуженные ветераны, пенсионеры Министерства обороны, проживающие в районе, ветераны Министерства внутренних дел, наши милиции, пенсионеры или отставники, они у нас числятся. У нас всего 11 первичных ветеранских организаций. У нас целая армия. У нас первичная организация при сельских поселениях, первичная организация при РОВД и первичная организация пенсионеров Министерства обороны. Но основная наша задача в чем заключается? По всем существующим и льготным условиям, и каким-то другим гарантиям, наши ветераны, заслуженные люди, могли всегда пользоваться, получать все то, что им заработано, заслуженно. А так, материальных каких-то благ у нас финансовых таковых нет. Сколько ветеранов в районе осталось? Вы имеете в виду участника войны? Да. К сожалению, только 7 человек. Я принимал, было 68 участников войны. На сегодня это 7 человек. Зато у нас хорошая армия тыловиков. Тоже ветераны войны, 175 человек. Вот наступающий день Победы 9 мая, 75 лет будет, это великий праздник Великой Победы. Вот к этому мы готовимся по мере наших возможностей.
материал или основание для того, чтобы подготовиться к этой дате, есть хороший. Есть указ президента Путина Владимира Владимировича, касающийся всех и центральной российской власти, вплоть до министерств, нагрузки регионам и муниципальным городским районам образования. Везде свои комиссии созданы, в том числе и у нас есть. Мы имеем свой план мероприятий, готовимся к этой встрече. Расскажите, пожалуйста, побольше, какую помощь ваша организация может оказывать ветеранам, поподробнее? Ежегодно у нас администрация помогает из того сбора. Мы участникам войны давали и будем давать, дай бог, но не меньше 20 тысяч вот на День Победы. В этом году около 500 тысяч на ремонт памятников потрачено. Это тоже из фонда. Там, где вот требуется ремонт домовладений у ветеранов войны, мы помогаем полностью через администрацию. Ежегодно то ремонт окон, то замена двери и так дальше. Таких много мероприятий проходит. Потом некоторым больным, которым нужно лечиться или выехать, оказываем материальную помощь опять через главу района нашего. Вот материального поощрения вот ежегодно ветеранам войны, тыловикам. В этом году тыловикам через Совет ветеранов Адыгеи мы раздали 38 тысяч. На днях был праздник, День ветеранов. Что можете пожелать нашим дорогим ветеранам? Во всех регионах и по Великой России. Это наш регион только этот день образовал через парламент, узаконил. В следующем году будет десятилетие образования дня праздника День ветеранов по Адыгее. К этому идем, вот девятилетие вот было. Этот день отмечается как праздник ветеранов всех отраслей народного хозяйства, ветеранов труда и войны, МВД и так дальше, всех ветеранов. Последняя пятница октября, 24-го, мы собирали всех членов Совета ветеранов района, а у нас их 15. Туда входят все председатели первичных организаций. Словом, актив. От имени главы района я их поздравил. И от себя, конечно, от имени главы района, от имени Совета ветеранов республики. Самое главное пожелание, дай Бог нашим ветеранам, вообще всем жителям района, дай Бог всей нашей великой России долголетия, счастья, благополучия. Самое главное – мира, здоровья, благополучия. Новости из Пенсионного фонда завершат наш информационный выпуск. С 2020 года по всей России появятся электронные трудовые книжки. Новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Среди преимуществ электронной трудовой книжки можно отметить удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, снижение издержек работодателя на приобретение, ведение, хранение бумажных трудовых книжек, дистанционное оформление пенсии по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг. Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов, высокий уровень безопасности и сохранности данных. Электронные трудовые книжки сохраняют практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке. Место работы, периоды работы, должности, квалификации, даты приема, увольнения,
перевода на другую работу, основания прекращения трудового договора. Доступ к электронной трудовой книжке будет открыт для граждан в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России через портал госуслуг, а также посредством соответствующего приложения для смартфонов. Следующая тема – это взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Необходимо сделать до конца года. Управление Пенсионного фонда в Кашхабльском районе напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что уплата дополнительных страховых взносов на будущую накопительную пенсию необходимо осуществить до конца года. В этом случае государство обеспечит софинансирование указанного взноса в зависимости от его размера, при условии, что он составит не менее 2000 рублей в год. Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в порядке, установленном федеральным законом от 30 апреля 2008 года, номер 56 ФЗ, о дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений в течение 10 лет, начиная с года следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Взносы по программе софинансирования уплачиваются самостоятельно или через работодателя. При самостоятельной уплате платежную квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства в любом кредитном учреждении и оформить на сайте Пенсионного фонда в разделе «Электронные сервисы». Подробную информацию об участии в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений можно получить на сайте Пенсионного фонда. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!